Всем привет, господа! С вами снова Мистер Чейзер, и я продолжаю, а точнее уже, скорее всего, заканчиваю проходить игрушку под названием Warhammer 40000 Dawn of War 3. Задание 16-е, Принц Бури у нас на доске почета. Или не почета, поехали. Пророчество гласит, что демона победит союз спутников. Мы, Эльдар, возгордились и думали, что оно относится только к нам. Но теперь мы знаем, что оно говорит и о двух других. Габриэле Ангелосе, магистре кровавых воронов с их вечно странствующими кораблями. И о Горгутсе, бродяге-мародёре. Чтобы победить демона, я должна заключить альянс с ними. Но это невозможно до тех пор, пока я не выйду на правильный путь. Верно. Мы заглянули за завесу, которой демон окутал пророчество. Но он по-прежнему мешает нам заглянуть в будущее. Мы сделали все, чтобы проследить линию судьбы. И они привели нас к древней сети Эльдар. Я верю, что эта сеть поможет нам заглянуть за завесу, которую создал демон. Если ты хочешь взять его в плен, тебе понадобятся воины ветра мечей. Каэр погиб, и теперь они остались без лидера и попали в ловушку. Я начну с того, что спасу их, и тогда судьба спасет нас всех. Окей. Пророчество оказалось лживым, и Каэр погиб ужасной смертью. Его погубила гордость. Наверное, ты довольна собой. Все твои предсказания сбылись, а все твои враги погибли. Что? Но ведь из долгого заточения на свободу вышел огромный демон, а наши войска рассеялись в беспорядке. Это еще не победа. Пока что нет. И все же, теперь ты можешь спать спокойно. Ведь если бы не ты, то все было бы гораздо хуже. Ты в центре событий. Это твой шанс. Не упусти его. Пророчество с самого начала предупреждало нас. Это была ловушка. Демон, слуга хаоса. Древний Эльдар привязали его к этой планете. Для того, чтобы порвать эти узы, ему требовалась сила, которой у него никогда не было. Тысячелетнее кровопролитие многократно усилило его, и он наконец смог освободиться. А копье Хейна — это способ привлечь на планету амбициозных и алчных. Это копье — подделка, приманка, из-за которой поколения воинов проливают здесь кровь. И Каэр, не раздумывая, попался на эту приманку. О, дебил! Мы должны действовать осторожно, иначе тоже станем его жертвами. Моя голова! Этот зверь у меня в голове! Все странно! А где же босс? Он пошел за палкой и пропал! И тогда Исковище стал огромная зверюга. Этот зверь огромный. Слишком огромный. Нужно валить с этой гребаной планеты. Этот демон не дает нам сбежать. Он захватил и небо, и землю. Теперь вся планета — это он. Клево сказано, конечно. Проверить это мы не будем. Погнали, да пройдем уже эту рванину. А, честно, если... я очень рад, что я переключился на легкий уровень сложности и не надо страдать в этой убогой игре. Глубина Херона, раскаленный разлом. Здание 16-е, Принц Бурь. Демон, усилившийся за несколько тысяч лет кровавых жертвоприношений, освободился из ледяной тюрьмы и теперь снова может опустошать галактику. Маха возглавляет отчаянную попытку спасти свой народ. Ну, поехали. Ну, нажмите любую клавишу. Нажал.
Раскаленный разлом. Глубина Ахерона. Дедище Маха, помоги нам. Нас окружили порождение варпа. Так это орки. Мы должны добраться до наших воинов и перестроить ветер мечей. Это орки, какие демоны? Здесь никогда не было демонов. Ну, в смысле, сил хаоса и так далее. Так, ваши войска должны выжить войска маршала. Мальчик-двойник. Двойник хаоса? Так это, блин, насколько надо быть ленивым, Relic Entertainment? Релики, насколько вам нужно было ленивыми быть, что вы даже скины не поменяли? Это демонические двойники и темноотголоски, сражавшихся на Ахероне. Вы просто взяли те же войска орков, там, вот этих вот стражей, мстителей, и все. Вы их просто взяли, и типа, вот у нас новые войска. Новая сторона конфликта получилась, да? Вы что, серьезно? Это настолько убого. Это называется творческая импотенция. Это не тьма. То есть это не мстители, а тьма, принявшая их облик. Не щади их. Это называется, нам было слишком лень добавлять войска хаоса или демона сюда. И типа, давайте мы сделаем вот так. Почему бы и нет? Это мерзость, источник, откуда появляются двойники. Давайте уничтожим его. Ну хотя бы вот эту срань сделали. Ну хоть что-то сделали новое. Просто вот этого постройки не было ни у кого. Создатель демонов. То есть хоть что-то они сделали, блин. Это называется, у нас не было времени толком доделывать игру. Поэтому давайте наспех все сделаем, и типа все будет норм. Вот как это называется. Мы будем сражаться на твоей стороне. О, даже базу дали. Захватите строение Нексус. Братья, судьба указала нам путь к победе, и мы не должны с него сворачивать. Сначала мы захватим сеть и прогоним тьму. Было бы классно, если бы это была последняя миссия, но, к сожалению, это не так. Так, большие слишком угашенные, поэтому пусть захватывают. Враг осаждает наш лагерь, где? Кстати, а чё у нас нет певцов? Надо же базу строить. Как бы. Вон, тут даже, блин, космодесант запили. Они просто взяли войска всех сторон и сделали их, типа это фантомы. Типа, смотрите, какие мы крутые. У нас тут новая сторона. Темные шпили ослепляют меня. Какие шпили? Ну, хотя бы хоть что-то вы сделали. Какие-то здания новенькие. Прикольно. Они хотя бы здания какие-то новые сделали. Уже неплохо. Могли бы сюда просто силы демонов или хаоса добавить. Темная шпиля усилит и концентрирует покров демона. Да я рад. Нужно уничтожить, иначе не вторгнуться в Нексус. Так, давай еще. Певчего, кости. Так, пойдем точечку захватим. Или это еще не точка? Хрен поймешь на самом деле. Так. Второй уровень. Войска демона становится все больше и сильнее. Наверное. Надо собрать всех воинов, иначе врага будет не одолеть. Согласен. Поэтому давай. Блин, надо второй уровень. Просто так нельзя перемещать. Что за срань? Давай туда. Лети, пысь. Талдир. Ты у нас же типа жесткая. Теперь. Давай хотя бы эту фигню сделаем. Там улучшение готовится? Еще долго. Так, Талдир-то месяц, конечно, неплохо. Давайте немножко поможем, что ли, а? Не, точку можно, кстати, захватить. Что-то мы тупим. Давайте захват точки. Талдир тут месяц, будь здоров. Так, что это такое? Колдовской удар. Давай. Нравится? Поехали. Добиваем. Так, ресурсики улучшим. Перекресток пути до второго уровня. Так, давай улучшай, сука, можно. Йоколамене. Мы должны быстро добраться до сети, пока демон не стал слишком сильным.
Мы должны очистить от сектора от войск демона. Так, отойди, Талдир. Тут надо взять крутейший прыжочек. Вот такой. О, ну хотя бы дредноута перерисовали. Вощенный дредноут двойник. Хотя нет, он вроде обычный, даже не хаоситский. Был бы он хаоситский, было бы круче. Но он просто не похож на хаоситского. На самом деле это так убого. Так, давай перенесем врата. Вот сюда куда-нибудь. Поближе. Так, у нас тут все стреляющие, что-то как-то странно это. Не кажется? Так, надо казармы завалить. Так, вот Талдир еще щитов достаточно. Несите казармы. У меня войск тоже, в принципе, более-менее еще нормально. Так, неси их. И туда давай. Блин, Талдир месяц с самыми тряпками. Мне это не нравится. Ребята, несите пощенного дредноута. На. Да, больно делают ей. Ну ничего, спасем. Вон там ребята с тяжелыми болтерами, надо их завалить. Ну, ты думаешь, этих разберешь, да? Отлично. Давай сюда. Далее надо бы какие-то типа казармы сделать. Портал, например, ну да, бесконечности. Призрачная стража, призрачные клинки. Или портал воинов. У нас их, да, кстати, до сих пор нет. Так, Талдир, щиты восстанавливай. Мы тут пока с этой херней разберемся. Штиль демона. И будем немножко базу строить и делать грейды. На урон, на здоровье, там, на все подряд. И укреплять некоторые позиции тоже было бы, наверное, неплохо. Хотя... Что-то такое сидело. Блин, тебе вообще там плохо. Иди, наверное, назад. Тут казарма сейчас заделаю, тебя похилит это все дело. Так, Ctrl 1. Талдир у нас не Ctrl 1, отлично. Нам пока не надо, пусть похилится. Так, захват готов. Эти шпили усиливают влияние демона и нарушают мои видения. Но мы не можем уничтожать шпили и защищать Нексус одновременно. Поэтому Сморки, привет! Горгутс, я знаю, как победить демона, но мне нужно, чтобы кто-то уничтожил темные шпили. Когда я спрашивал, если тебе помог, твой парень Ронни предал меня. Но я сдержала слово, подарила тебе великую войну, и в этот раз я обещаю тебе то же самое. Ну ладно, но только потому, что бой с Карлом был восхитителен. Сейчас за бойзов, наверное, да? О, да! Эй, босс! Да-да, я вижу, туман-убийца окружает наш лагерь. Ой, музяка сморков. Музяка сморков — это отдельная тема. Так, парни, как насчет полутать? Кровопускатели, эти твари умеют драться. Да ну, они серьезно тут есть? Я не ожидал, что они тут будут. Ничего себе, релики сделали хоть кого-то. Эй, они демонов запилили, да ну. Так, лутаем. Они сделали кровопускатели? Я не ожидал, что они демонов добавят. Я думал, типа, все, просто добавим двойников. А тут хоть что-то. И это неплохо, на самом деле. Так, парни, вы там залутанное, да? Ну, стойте пока тут. А что делать-то надо? Разрушите темные шпили, а где они? Когда повсюду этот туман, они могут выскочить откуда угодно. Согласен, только мне куда идти? Сюда куда-то? Так, лутайте. Сейчас пойдем на разведочку. Куда я вообще могу пройти, мне интересно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Осторожно, туман жжется. Босс, снова кровопускатели. Черт тебя дери. А как же мне тут пройти? Давайте, пока никого тут нет, просто так пройдем по-быстренькому. Так, красотка наша, великолепная красоточка. Давайте, проходим быстренько. Эти твари любят подраться. Босс, отсюда лезут демоны. За моих. Это место станет нашим. Давай уйдем отсюда.
Потащи, как эта жизнь происходит. Бой за сюда пару отрядов. Банку убивалку. Проходим. Хоть хотя бы элитные войска пусть пройдут, блин. На. Капец, вы что творите, гребаные кровопускатели? А ну иди сюда. Так, неси их. Капец, тут месиво идет. С морком нравится драчка. Хорошая драчка, это круто. Так, орки лутаем. Сегодня одни сюрпризы, жуткие сюрпризы с острыми зубами. Да, согласен. Да несите вы их, ну что так долго-то? О, надо быстренько их завалить, а то они сейчас укрытие займут. Сюда лезут звери. Там и сами как звери на самом деле. Так, парни, ломай их. Тут он бойзы тоже стреляет, все в порядке, должно быть все в порядке. Энергии нет, серьезно? Серьезно, парни, у нас нет энергии. Как мы до этого докатились, я не понимаю. У нас даже войск нет. Это легкий уровень сложности, напоминаю. Так, наверное, тут что-то есть. Не просто так же это место тут сделано. Давай сгоняем сюда. Хотя, прикрылись, тут просто так это место сделано, кажись. А нет, не просто так, смотри-ка, тут кровопускатель есть. Надо эти шпили завалить. Туман рассеивается. О, хорош. Хорошо, тогда идите разгромите эти гребаные шпили. Будьте начеку и смотрите, не появится ли снова этот гребаный туман. Да, Горгус, махач знатный. А если вот так? Давай. Ломой. Жжется, да? Выходим, парни. Хилим красотку. Да добежит эту фигню. Че так долго-то? Хорошо. Тут так, кулачком. Парни, хилим. Ё-моё. Горгос, отойдем, пожалуй, чуть-чуть так. Демонюга снес пару строений. Эти здания нужно завалить. Согласен, тут все надо завалить. Тут вообще какая-то жизнь происходит. За сморков что-то как-то больно стало внезапно. Так, хилим, парни. Хилим пока можно, надо завалить эту срань. Мне она очень не нравится. Так, парни, один уничтожен. Но есть еще. Так, Горгус, давай немножко отойдем в укрытие. Так, чуть-чуть. Красотка-то, думаю, разберется. Тут вообще какая-то жопа происходит. Я не понимаю. Я ничего не понимаю, какая жопа тут происходит. Так, пару бойзов. Далее. Танкобоев. Мародеры со смертоганами. Тут просто жесть какая-то. Хильте, хильте смертотредика. Горгус подойдет вот сюда. Чутка так поможет. Я сказал, поможет. Так, хильте. Тогда бей ты эту фигню. Давайте, месите его. Крово, мать их, за ногу пускатели. Ну, кстати, гора пушек есть. Но у нас ни на что не хватает ресурсиков. Парни, будем стрелять, может быть? Ну, это, кстати, казармы в наглую, прикиньте. Так, парни, лутаем. А ну-ка, давай музяку вырубим, нашу народную. Поехали. То, что, мать его, надо. То, что доктор прописал. Так, хилимся, живем. Горгус, давай немножко назад. Тут хилища аура должна быть. Вот здесь. Нет, не здесь. Хотя вроде хибара парней должна быть, да. Давай еще парней. Мало парней не бывает. Так, ну, это херня.
Так, хилимся. Вынесли эту фигню? Выносите шпиль этот. Он нам тут точно не нужен. Так, парни, лут. Где-то здесь был лут. Так, а тут мы башенку построим. Че, просто так, что ли? Так, похилили. Давайте хильте быстрее, что так долго-то? Блин, тут вообще какие-то проблемки на самом деле. Пойдем разберемся, что ли. О, это классная тема, но потом мы ее используем. Так, баночка килокан, работаем. Все вроде в порядке. Идем, поможем. Горгус, врубай свою клешню. Да я знаю, что демонюга снес что-то там. Давай ресурсики заберем. О. Туда. Значит, осталось два. Или 12. Нет, 3. 3. Я умею считать, я сморг. Так, там опять туманчик, давайте отойдем. Нет, туман бесит, очень больно бьет по голове. Там полное веселье у вас, ребята, развлекайтесь. Все для вас. Мы тут полутаем. Ай-яй-яй, гречинов бьют. Гречинов-то за что? Так, улучшение ресурсов. Нет, гречины. Парни веселые умирают. Блин, нашу главную базу тут месяц вообще-то. Это ничего, да? Это так и должно быть, типа. Я чуть не понял. Че это за срань-то такая? Так, давай-ка сделаем смертодреды из этого дела. И пойдем их вмесить. А то что это за фигня такая? Мне это напрягает. Это очень напрягает. Херня какая-то. Осторожно, туман жжется. Ох, твою мать, как-то слишком больно жжется. Но мы должны тут победить. Наверное. Так, Горгус, хилься. Смертодредик, что стоим? Пошли в атаку. Так, тут вообще полный порядок. Давайте на базу, парни. Так, а мы идем отсюда. Так, туман. Давай без этой херни, пожалуйста. Ты мне не нравишься. У нас с тобой не задалось как-то. О, привет. Ну да, как-то не задалось, согласен. Отойдем, парни. Пойдем лучше полутаем, не знаю. От души. Так, банку-убивалку давай сюда. Так, хилить. Хилить. А, здесь, наверное... Ничего не построим, да? 75 энергии надо. Че так много-то? Откуда у меня столько денег? Вы хоть думаете головой. Да не килокан, я выбрал гречинов. Что за приколы? Так, поехали захватывать точку. Мне это надоело. И тут мы тоже пойдем. Так, ближайшие демонические поражения уничтожены. Это хорошо. А с миссия выполнена. Просто они перестанут у нас нападать в таком случае. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Нет, ты строй, строй. Построил? Нормально. Так, точечка захватывается? Отлично. Захватываем точку, идем на помощь. Кулачком туда. На. Блин, минус метадред. Так, ну красотка, думаю, тут разберется, да? Ломаю эту хра... Почему ты дреднул двойник? Да что за прикол с этими двойниками? Ну-ка, врубим давай. Так, Горгус, иди помоги. Ну и парни тоже идут на помощь. Прям как Чип и Дейл. Так, гречины, выходите, нужна помощь. Срочно похилить надо. Так. Что насчет тут наших дел? Как они в целом обстоят? Ну, вроде так себе. Могли бы идти получше. Давай пару бойзов. У нас с энергией вообще нет никаких хороших отношений. Энергии тупо нет. Так, давай гриды на энергию. Меня это начинает бесить. Ой, ресурсики. Забираем ресурсики. Да что за срань? Почему ты постоянно
страдаешь херней какой-то, Горгутс. Я тебе даю четкий приказ. А ты его не выполняешь. Может, потому что ты сморг? Слишком очевидно вроде как, да? Да ломай эту херню. Гречи это тоже месяц, блин. Так, там где-то шпиль, надо его завалить. Парни, там шпиль есть. Давайте его ломать. Гречины бегут, вообще насрать. Так, бойзы. Лутаем. Лутаем как никогда. Так, что тут? В порядке все. Все в полном порядке, ломай их всех. На! И заряжай. Так, что мы с этим можем сделать? Банку Келокан. Пойдет. Клешню давай туда запулем. Или ты в стенку попадешь. Не, смотри-ка, попал. Куда надо, нормалек. И туда давай. Фейерверки запулем. Осторожно, туман жжется. Ой, это, кстати, неприятно, потому что прямо на нашу армию. Очень неприятно. Так, тут как дела обстоят. Тоже херово. Давай отойдем. Давай чутка отойдем. А то мне эта хрень с туманом, ой, как не нравится. Так, да, ну это вроде завалило. Хильте его. Ломайте шпиль. Все достаточно стабильно. И стандартно. Так, все, сейчас добьют. Что у нас тут по армии? Ну, немножко есть. Еще один. О, да, неприятная тема. Ну, пойдем завалим их. Если сможем, конечно. Навалить эту херню. Эти летающие мудилы очень больно бьются. Так, он трел один, пожалуй. Так мне немножко будет поудобнее. Давайте пока потихонечку топать на базу. Тут как-то совсем плохо. Мне это не нравится.